Обзор MaxFX. Всем привет! Набрав в поисковике www.maxfx.com, вы найдете на просторах интернета одноименного форекс-брокера, компанию, которая предлагает форекс-услуги, регулируется множеством организаций, в том числе Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам, обладает лицензией MiFID, также регистрирован в FCA, также регистрирован и контролируется в 25 странах-членах ЕС. Для работы предлагается две торговые платформы CTrader и MetaTrader 4. Естественно, версии этих платформ для мобильных устройств, для торговли веб, мы можем сравнить эти платформы. Здесь предлагается на сайте компании таблица. Ну, CTrader даст возможность торговать по графикам, возможность открыть демонстрационный счет. Есть у нас Форекс, энергетические ресурсы, индексы, акции, металлы, iShares, оповещения по email. Доступен на мобильных устройствах, автоматический трейдинг будет иметься. Ручная торговля, три глубины рынка, позиция Reserve, Double Down, усовершенствованное фиксирование прибыли, безубыточный стоп-лосс, прозрачность исполнения приказов, мультимониторная поддержка, доступна из веб-браузера и съемные графики. Возможности MetaTrader 4 несколько меньше. Здесь у нас торговля по графикам, демонстрационный счет, Форекс, энергетические ресурсы, также естественно, мобильное приложение платформы данной, автоматический трейдинг и ручная торговля. Чтобы пополнить депозит у этого брокера, можно будет воспользоваться визой, MasterCard, UnionPay, также электронными кошельками на Teller, Skrill, WebMoney. Доступны и банковские переводы. Для снятия средств у нас указаны здесь те же самые способы. Комиссию берет брокер за снятие прибыли со счета. Во всех случаях доступны валюты у нас евро, британский фунт, американский доллар, швейцарский франк и японская иена. Время обработки запроса 24 часа. Предлагается 4 типа торговых счетов для работы. Это Zero аккаунт, фиксированный спред, ECN Max и VIP Max. Платформа MetaTrader 4 подойдет для Zero аккаунта. Спред у нас на евро-доллар от 0,8 пункта. Комиссия отсутствует. Минимальный размер контракта 0,01. Минимальная сумма пополнения $200. Максимальное кредитное плечо до 500. Поддержка EA, хеджирование, поддержка 24/5. Торговый счет Fixed Spread потребует минимального взноса в размере 100 американских долларов. Торговая платформа MetaTrader 4. Спред у нас фиксированный 3 пункта на евро-доллар без комиссии. Минимальный размер контракта 0,01. Максимальное кредитное плечо до 300. Также есть поддержка EA, хеджирование и поддержка 24 часа 5 дней в неделю. Для работы со счетом ECN Max подойдут обе платформы, как MetaTrader 4, так и CTrader. Чтобы открыть данный тип счета, необходимо будет осуществить депозитирование на сумму в размере 500 американских долларов. В данном случае спред у нас от 0,1 пункта. Комиссия присутствует $3 за лот, минимальный размер контракта 0,01, максимальное кредитное плечо 500. Опять же, поддержка EA, хеджирование и 24/5 поддержка. VIP Max – это VIP-счет, который потребует 10 тысяч американских долларов в качестве депозита. Также к нему подходят обе предлагаемые платформы. Спред от 0,1 пункта, комиссия $1,5 за лот, минимальный размер контракта 0,01, максимальное кредитное плечо до 500. Дополнение ко всем преимуществам, о которых я уже говорила, менеджер счета будет закреплен за трейдером. На сайте компании присутствуют образовательные материалы, с которыми можно ознакомиться. Также есть раздел наиболее часто задаваемых вопросов. Здесь, возможно, вы найдете ответы на интересующие вас моменты. А связаться со службой поддержки можно разнообразными способами. В первую очередь посредством лайв-чата. Также у нас присутствует онлайн-форма, которую можно заполнить и таким образом направить свой вопрос к компании. Есть адрес офиса, который находится, кстати, на Кипре. Есть адрес электронной почты службы поддержки. А ресурс работает на английском, немецком, русском и японском языках.